Мир в произведениях Стругацких и мир за окном обычного советского дома порой совпадали настолько, что поклонники считали братьев предсказателями, отчего сами писатели отнекивались и утверждали, что ничего не выдумывают, а всего лишь описывают действительность. Практически все, что мы писали, было реальностью. Мы придумывали только необычные сочетания вполне обыкновенных ситуаций. Например, армия, которая описана нами в обитаемом острове, это в значительной степени была наша армия. Хотя и не только наша. Бюрократия из улитки на склоне – наша бюрократия, да и любая бюрократия всех времен и народов. А мир града обреченного – вполне достоверный слепок с нашего реального мира –